Ребята, всем доброй ночи. Уже слышали, наверное, новости. Да, мы вернулись на проект, потому что я считаю, что на нервах, на психах уходить не стоит. Нужно все-таки, если примем такое решение, то только на красивой ноте, взявшись за руки, и только так, никак иначе. Мы дома, все хорошо. Спасибо вам за поддержку. Я реально не ожидала, что у нас настолько сильная поддержка. Вы просто лучшие. Я благодарна каждому человеку, каждому зрителю, каждому подписчику, который за нас переживал, который такие приятные слова нам писал. Спасибо вам всем огромное. Я вообще безумно рада, что вы у нас есть. Ольтика. Признаюсь честно, что в тот момент я думала, что это раз и навсегда, мы покидаем проект и больше не вернемся. Я думала, что мы вернемся только за Молечкой и когда там придется забирать вещи. Вот, я искала квартиру уже, мы там остановились на пару дней у друзей. Но после того, как мы немножечко там выдохнули, нам позвонили ведущие, пригласили на разговор, мы согласились, потому что действительно нужно все-таки, даже если уходить, то только на хорошей ноте, потому что мы все в хороших отношениях. Вот, они нас пригласили, мы приехали, поговорили, и когда мы услышали все стороны, мы высказали свою сторону, выслушали их сторону, мы все друг друга поняли, что никто ни с кем не готов прощаться. Я считаю, что мы на своем месте, это наш дом, мы здесь многое пережили, многое прошли, и думаю, что все-таки наша пара, ну, далеко не последняя, да, как говорится, здесь пара. Вот, и никто никого не умолял, никто никого не умолял, просто был действительно конструктивный диалог, где все друг друга услышали. Как я думала, что мы покинули проект, но ведущие все-таки дали нам просто пару дней, чтобы мы выдохнули. И потом уже пригласили на разговор, и мы, в принципе, все друг друга услышали.